Всім вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Здоров'я – єдиний скарб людини, який потрібно берегти усе життя. Його не купиш за гроші та не подаруєш. Але його можна підтримувати і реабілітувати. Як це зробити якісно, знають гості, які прийшли сьогодні до нашої студії. Дмитро Зенін, керівник Центру реабілітації здоров'я нації, і Ксенія Косенко, спеціаліст з фізичної реабілітації Центру здоров'я нації. Дуже рада бачити вас сьогодні в нашій студії. І одразу хочеться запитати, чим же займається ваш центр реабілітації, і ще така у нього назва – «Здоров'я нації». Справді, велика назва. Масштабна, так, як можна сказати? Ну, так, названня достатньо амбіціозне, але, несмотря на це, нам вже 10 років в місті Дніпропетровськ, і нас вже давно знають. Займаємося ми реабілітацією фізичною, і займаємося ми кінезотерапією, тобто, що в переводі означає «лечення движением». А в советское время это называлось лечебная физкультура. Оно и сейчас остается в некоторых больницах еще. Но мы занимаемся непосредственно, мы взяли за основу лечебную физкультуру и сделали такой небольшой апгрейд, и произошла кинезотерапия. Это западное слово, что обозначает лечение движением. Таким образом, мы лечим при помощи движением, и это комплексный подход. Так, насправді це дуже, кажуть, що дуже якісні показники потім, коли людина не просто реабілітується, а вона ще і свої зусилля прикладає. Тобто вона щось робить для того, щоб збільшити свої можливості. Так? А я хотіла от вас запитати, Ксенія, наскільки вам вдається, от ви як спеціаліст, фахівець, ви бачите кожного дня людину, яка приходить до вас. Конечно. І потім, що з нею відбувається протягом лікування і як вона далі себе почуває тоді, коли вона вже йде з клініки, коли вона вже виписується? Ви знаєте, на самом деле люди, коли приходять, да, вот з проблемами, коли у нас у кожного чоловіка щось болить, як ми на самом деле себе чувствуємо? Мы все время в таком унынии, в апатии находимся, да, вот потому что хочется жить качественно, жить хорошо, двигаться, вот, знаете, получать удовольствие от жизни. Когда болит, ты этого не получаешь. Для тебя мир находится вот в таких, знаете, серых красках, он не приобретает никаких цветов. Но что происходит у нас? Люди приходят, начинают постепенно двигаться, шаг за шагом, движение за движением. Человек понимает, что он может работать, действительно может. И когда у него проходит боль, знаете, первоначально появляется улыбка. И это для нас, как для специалистов, это просто огромный, колоссальный вот тот вот та отдача, которую мы действительно хотели бы видеть. И вы понимаете, это просто волшебство, которое человек делает сам, потому что он сам по себе. Не я как специалист ему помогаю, а он сам за счет своих возможностей и сил. Будь ласка, вы хотели здесь сказать? Нужно отметить один момент о том, что у человека, когда есть некоторые боли, да, боли в суставах, боли в спине, конечно же, он проходит определенный этап лечения. У него же есть свой багаж знаний, свой стаж и опыт этой проблемы, и как он с ней боролся, или как лечил, и так далее. Когда к нам приходят, уже присутствует недоверие, присутствует страх, в общем-то, кучу всяких разных... Уже негатив отримали, да, уже, да, за какой-то час. Да, много стереотипов уже вырабатывается, и поэтому они уже, в принципе, идут, прежде всего, со страхом и с недоверием. Попадая к нам на первичную консультацию, на общение, мы просто пытаемся объяснить изначально, что есть что, почему их способ лечения не привел к положительному результату. Мы даем определение, качественное определение тем словам, которые они использовали некорректно. То есть иногда люди говорят, задаешь банальный вопрос, что такое боль? И начинают придумывать каждый свое. А по факту это совершенно одно, и другого определения нету. И когда ты начинаешь объяснять, что и что, люди начинают понимать, что да, действительно, мой способ был мифическим, он был неправильным, некорректным, вплоть до постановки диагноза, потому что зачастую люди приходят с болью в колене, лечат колено, а проблема, проблема в другом. И после того, когда они начинают в теории более или менее понимать, что и почему нужно сюда, мы за руку ведем от шага за шагом и показываем, что не все так страшно. И только преодолевая страх, можно добиться каких-то положительных результатов
И вот тогда, когда появляется улыбка, вот это факт доверия, уже дальше проще. З приводу методів лікування, насправді зараз дуже багато їх є, існує. Який метод вам ближчий? Ну, в первую очередь, как Дмитрий Андреевич сказал, это физическая реабилитация с помощью специальных реабилитационных аппаратов. То есть шаг за шагом, движение за движением, мы начинаем преодолевать любые, как говорится, преграды, которые есть в организме. Причем от простого к сложному. То есть там никак мы не начинаем со сложного. Людина повинна прилаштуватися до чогось, так, а потім поступово-поступово вона виходить вже на інший рівень відчуває, що їй потрібно. Ну, потрібно розуміти, що людина больно, він не може ходити, він не може наступити, ми її не заставляємо це робити. Ми упрощаємо все, кладемо горизонтальне положення і починаємо постепенно, тільки тим, що можемо двигати, і тим ми двигаємо. Тобто упражнення даються дуже паліативно, дуже постепенно, дуже осторожно. І найголовніше, що потрібно відмітити, ми не використовуємо ні одного медикаментозного препарату, тобто з точки зору обезболювання. Є хитрості, є тонкості, де ми дуже коректно це обходимо, і людина отримує якісне, ощутиме... Тобто він отримує максимум, так, з усього, що можна було би зробити при його проблемі. Конечно, так. Конечно, здесь вы абсолютно правы. В каких местах уже есть ваши центры, центр здоровья нации? Ну, в первую очередь, это город Днепропетровск, мы здесь работаем более 10 лет. И вот 3 года назад открылся центр в Новомосковске. Также, например, есть центр и в городе Херсоне. То есть здесь мы все время поддерживаем качество наших как говорится, сотрудников, которые там есть, все время их сертифицируем и все время обновляем, как говорится, новой информацией. Полезно, интересно. С приводу фахівців, вот хотелось как раз запитати вас, що, як ви їх підбираєте? І так, яка кваліфікація повинна в них бути? І на що направлені зусилля роботи з фахівцями? Ну, это достаточно емкий вопрос, но если ответить достаточно коротко, то здесь это сложная процедура достаточно, и зачастую больше определяешься с качествами человека, чем с его знаниями, потому что здесь нужны люди, которые реально хотят помочь. Які відчувають, мабуть, хворого, так? Да, конечно, да, конечно, да. Которые хотят помогать людям, которые, вот знаете, всей душой и сердцем хотят помочь, например, тому человеку, который действительно нуждается. Ну и основные, конечно, такие как требования у нас, это высшее медицинское образование или высшее образование реабилитолога. Также это обязательные есть, например, моменты, связанные с квалификацией массажиста. Потому что в реабилитации мы также дополнительно используем это направление. Но мы также приветствуем и педагогов, особенно с работы с детьми, психологов, педагогов, разных направлений врачей к нам пытаются попасть. Но не всех мы берем по определенным критериям, потому как есть тонкости. Мы очень любим педиатров. Почему? Потому что у нас большой спектр работы с детьми. Вот. Надо отдать должное, что мы работаем от 3 лет с детьми. Вот. И в этом смысле это одно из наших, скажем так, козырных моментов, где к нам приводят детишек вот таких вот маленьких, и они реально могут выполнять координированные движения. Это просто вот надо видеть, как это происходит. Встают на ноги дети, так? Да, да. Те, что уже мали інші показники до життя, так? Тобто, виходить, що діти приходять з батьками, так, звісно, а як вони у вас знаходяться? Там же вони на стаціонарі, чи вони вдома можуть лікуватися? Ні, у нас дневне посещення, тобто у нас приходять родители, у нас зачастую буває, що родители йдуть в общий зал для взрослих, віддають дитину, і дитина теж займається. Просто, що стосується дітей, тут і дисплазія тазобедренних суставів, і кривошея, і гіпер активные дети, да, где проявление гипертонуса уже с 3 лет проявляем, да, то есть плоскостопие. Ну, с 3 лет это уже как бы рановато определяется, но тем не менее, чтобы обезопасить, чтобы не было предпосылок, мы с этим начинаем заниматься с раннего. И самое главное, мы даем знания, которые родителям помогут
провести ребенка и вжить в его образ жизни те привычки, которые будут полезны, чем не полезны. Ну, да? Це ж на все життя залишається, бо хто ж може ще допомогти дітям? Це ж батьки. Так, звісно, треба роботу проводити не лише з дітками, а й з батьками, щоб вони розуміли, як жити дитині в майбутньому. Конечно. З приводу таких нюансів дитячих, от я хотіла вас запитати, як фахівця, як з дітками, ну, що там найскладніше, як ви працюєте з ними? Наверное, самым сложным моментом с детворой есть, знаете, чтобы он вас подпустил. Потому что дети очень сильно чувствуют искренность. И вот если ты, например, не искренен с ними, они за тобой не пойдут. Відчувають усе. Очень сильно. Вот, но знаете, их не обманешь, так? Их никогда не обманешь. Поэтому, вы понимаете, вот этот самый момент самый сложный. Во всем остальном, я вам скажу, они ничем не отличаются от взрослых. Они даже выполняют лучше, чем взрослые. Они тебя слышат даже лучше, чем взрослые. Но самое важное, это должна быть искренность, которая есть вот между инструктором и конкретно ребенком. Ну, здесь надо отметить то, что к нам приходит от 3 лет, а вот предела нет. Мы принимаем людей до 90 лет. А были такие вот, кто, наистарший? 89 лет. Я 79. Вот, честно скажу, забыла фамилию, знаю но имя есть, Лев. Есть и больше. У нас были и 95, и 101. Да, были такие долгожители. И это очень редко. Вот на моей памяти за 12 лет это был только один раз. Но в основном 70... Таких всего ж небогато. Ну, да, их, да, на самом деле немного, да. Вот. И тем не менее, хочется отметить по поводу привычки детской, как ее вживают. Да? То есть у нас очень много приходит взрослых людей, которые с проблемами сколиоза, остеохондроза, грыжи диска, проблемы коксартроза, гонартроза, проблемы спортивных травм, проблемы женской коррекции, да, то есть мы имеем в виду то, что связано с органами малого таза. То есть это все связано непосредственно с дефицитом, либо с его сильной активностью мышечной работы. То есть здесь нужно смотреть на то, что когда к нам приходят, мы говорим, вот надо вот с вами вот так работать. То есть мы даем технологию, и какой большой бонус? Мы, когда выписываем человека, мы даем определенные ЦУ и задания для того, чтобы это потом заниматься в домашних условиях. Uh-huh. То есть мы не привязываем к себе, мы наоборот говорим, побыли и до свидания. То есть уходите uh-huh. от нас, не надо к нам долго ходить. И вот тут вот возникает один главный момент. Некоторые, да, зачастую многие спрашивают, а что, всю жизнь надо заниматься? Я всегда, ну, мы всегда отвечаем на этот вопрос очень просто. Но вы же зубы-то всю жизнь чистите. Ну, а как же? Живем, бегаем, ходим, так, рухаемся. Как тогда не заниматься? И самое интересное, что когда задаешь вопрос, а как вообще вы помните, как вы начали чистить зубы? Ну и как бы не возникает ответа лаконичного, потому что они не помнят. Соответственно, если с ребенком родители пронесут эту привычку точно так же, как счистить зубами, то есть чистить зубы, да, то, собственно, он тоже потом не вспомнит. Это будет просто привычка, которая будет полезная. Главное – вжить те упражнения, которые, без которых… Вообще, сам факт выполнения упражнений, уже неважно какие. Чтобы это был не спорт, а физическая культура. Потому что это разные понятия, да? Спорт – это что? Это достижение целей ради чего-то. То есть это использование себя. А физическая культура, да, то есть тут два слова, культура физическая, то есть это культура. И мы пытаемся людей садитировать именно на ту культуру, которую нужно вживать и вызывать как традицию домашнюю, чтобы это была действительно традиция, которую нужно выполнять ежедневно. Ну, чтобы людина розуміла, что вона повинна якісно жити, так? Вона повинна турбуватись про своє здоров'я, а як же без цього? Так, звісно. Да. Це ж та сама зарядка може бути, так? Яка не для чогось людині, а просто для того, щоб їй треба було нормально жити, ходити по вулиці, так? Сидіти в офісі, якщо людина довго сидить, звичайно. Все це потрібно кожній людині. Конечно. Лише хворим, так? А якщо тим більше вони десь прийшли з проблемами, то наша задача, щоб вони були здоровими, так? Конечно. Найголовніше. Найголовніше. Так. Ну і так хочеться ще запитати вас, які ще, можливо, ви вирішуєте проблеми людей? Дуже багато ви всього вже розповіли. Насправді серйозні такі моменти, бо люди звертаються зараз до різних фахівців. Приходять, шукають і не можуть знайти те, що їм потрібно. Хочеться отметить три
уникальности, которые вот очень важно отметить, да, многие считают, что нужно идти и заниматься физической культурой или лечебной физкультурой, если правильно выражаться, тогда, когда не болит. Это большая ошибка. Именно когда болит, уже аж надо бежать. А вот заниматься профилактикой, конечно же, надо, когда не болит. Вот и в том, и в другом случае наши знания пригодятся людям, в частности, ну, когда болит, понятно. То есть, когда ты уже колешься, мажешься, делаешь все возможные манипуляции, и оно не работает, то есть, но все равно болит или помогает на какое-то время. То есть это временный эффект, любой медикаментозный препарат – это временный эффект. Поэтому к нам, конечно же, нужно идти. Но я бы хотел все-таки обратить внимание на тех людей, у которых еще не болит, которые думают, что делают максимально все правильно. И это заблуждение. Зачастую оно говорит, да, у меня ж не болит, и все хорошо. Или периодически, да, бывают такие моменты. Да, какие-то моменты. Я всегда привожу очень простой пример. Берем сейчас любых 10 человек и идем просто к стоматологу. И я даю гарантию, что не будет у этих ровно 10, ну, в лучшем случае это один человек, ну, может быть, идеально 2 человека, у которых все будет более-менее на троечку или на четверочку. Но, тем не менее, всегда будут какие-то изъяны. Там будет кариес, там налет, там еще что-то, которое нужно всегда профилактировать. Очень редко и очень мало людей, которые каждые полгода ходят к стоматологу и этим занимаются. Поэтому мы привязываем к тому, чтобы все-таки люди пришли к нам и задали простой вопрос. Я хочу бегать, я хочу заниматься плаванием. Можно ли мне это делать? Реально не понимают люди, можно или нельзя. Они не оценивают свое состояние объективно. И наш врач, наши специалисты смогут дать ответы на эти вопросы. Элементарно, наглядно, где люди понимают реально. То есть никаких умных слов. Достаточно просто. Нельзя потому, потому и потому. Или можно потому и потому. И мы прям пальцем покажем, почему нельзя и что нужно привести в соответствующий вид. И не обязательно к нам походить. Мы даем достаточно доступные способы в домашних или в других залах, чтобы это сделать. Поэтому мы, в принципе, не прячем эти знания, а наоборот их показываем. Я часто встречаю пациентов, которые у нас были раньше, они говорят, ой, ну и сколько у вас сейчас стоит? Я говорю, ну вот столько. Ой, да у вас так дорого, ну, относительно, да. Я вот сейчас хожу в другой зал, и мне и делаю ваши упражнения, и все хорошо. Я говорю, значит, наша работа прошла успешно. На что возникает удивление. И наостанок еще, где вас можно найти, скажите адресу, чи, возможно, номеры телефонов, то есть, как вас можно и где найти? Ну, на самом деле, мы вообще находимся почти в самом центре города. Это проспект Пушкина, 49. Мы находимся на втором этаже. Это там вы увидите Центр здоровья нации. Ну и рабочий телефон это наш 789-40-50. Так, ну що ж, я так думаю, що люди все почули. І, звичайно ж, усі хочуть бути здоровими. Я вам дуже дякую, що прийшли сьогодні до нас і справді показали інший шлях вирішення своїх проблем. Так, якщо люди ходили одним, то треба ще подивитись в інший бік і, звісно ж, звернути увагу на своє здоров'я. Тому я так сподіваюся, що ви не востаннє прийшли сьогодні до нас. Ось, а ми з вами зустрінемось за декілька хвилин.